Здравствуйте, дорогие друзья! После неудачного обследования вот этого вот колодца мы решили его в прошлый раз взять наскоком, просто с магнитом, да, обследовать. У нас ничего не получилось. И в этот раз мы подготовились очень серьезно, и мы решили почистить этот колодец. В чем создалась эта проблема с колодцем? Дело все в том, что колодец очень старый, и там закидано все камнями и илом. И то есть магнит что-то берет, но не дает вытащить. То есть хватает очень слабо. Поэтому мы сегодня зачистим этот колодец. А может быть, и это растянется на 2-3 дня. Ну и я вам покажу, как это все происходит. Ну а сейчас я вам покажу, что мы подготовили для зачистки колодца. Оставайтесь с нами. Поехали. Так, друзья, в первую очередь, чтобы зачистить этот колодец, мы опускаем водный насос. Ну что, que vamos a pasar? Sí. Ну, давайте сейчас опустим водный насос. Мы его подготовили. То есть, и спускаем в воду. Так, видите, все идет очень даже хорошо. Колодец, кстати, очень такой глубокий. Я думал, так сначала игра, а потом мы так замерили, где-то 4 метра веревки уже используется. Вот, закрепили мы помпу вот на такой, тут видите, старый крючок был, видимо, использовался для ведра или чего-то. Вот и все в принципе готово. Сейчас мы запускаем помпу и будем подготавливать следующие моменты, которые я вам покажу. Так, сейчас мы проверяем, идет ли вода. Хосе, ба главно. Аиста. Ну вот все, Хосе говорит, все. Энсеня. Так вот, друзья, все, с колодца пошла вода. Мы ее просто откачиваем сейчас. Ну и переходим ко второму периоду. Будем крепить электроподъемник, чтобы спускаться и опускаться в колодец. Теперь что мы сделали? Мы к этому колодцу подсоединили вот такую лебедочку электрическую. Все уже работает, мы уже установили все. В принципе, все устраивает. Хосе, puedes demonstrar a ver abajo. И вот смотрите, то есть мы опускаем эту штуку, и мой сын спускается в колодец. Ну и дальше уже там посмотрим. Субе абахо, субе париба. И дальше уже будем действовать по тому, как это все получится. Ну, все вроде приготовлено, ждем, пока откачается вода. Мы вот купили такой ремень для спуска, это специально для верховых работ, вроде качественный, да. Вот мы его взяли, посмотрел, я все выбирал, но вроде бы все адекватно, то есть хороший ремень. Вот на крепиться мы будем на этот ремень. Ну что, вроде мы все показали. То есть получается так. Насос работает, электромотор работает. Все мы подготовили, теперь идем уже на спуск. После 1000 приготовлений, вроде бы мы приготовились. Кось, покажи, как мы подготовились. То есть подходим мы к этому делу очень серьезно. То есть резиновый комбинезон, страховка, все дела, двойная страховка. Делаем двойную страховку обязательно, чтобы все у нас получилось. Ну все, занимаемся мы сейчас спуском. Снять это у нас не получится, потому что будем все заняты. Уже покажем потом. Все, так, пошли. Ну вот, Константин уже спустился и не начал обследовать стены этого колодца, потому что кладка тоже, это очень важно. Но сейчас посмотрим.
Не очень все так красиво, не знаю, как заснимется, но стараемся показать. Так, дальше идем. Кость, ну расскажи нам первый контакт с колодцем, что там? Да ничего, нормально, еще там глубоко, видимо, быстро наполняется водой. Ну, в следующий раз еще раз. То есть у нас получается, помпой мы откачивали сейчас 2:30, считай, с 11, да? 3,5 часа, и... Ну, что уже все по колено будет, а на самом деле там еще 1,5 метра минимум. Если не больше, да? Но вода быстро прибывает, я смотрю. Ну, хорошо. Вот это первый наш раз, первое знакомство. Ну что, друзья, ждите продолжения с этим колодцем. То есть у нас получается второй раз и такой вот подход к этому колодцу интересный. Ладно, всего хорошего, друзья. Оставайтесь с нами, следите за нашими путешествиями. Маленькими, но все-таки путешествиями. Так что до новых встреч.